Всем привет! Сегодня расцвел первый раз мой эпифилум. Не знаю его название. К сожалению, бирка потерялась. Но тут он такой вот красивый. По-моему, он писался на этикетке, что он белый. Ну вот он белый с такими зелеными оттенками, желтовато-коричневыми. Вот такая красота. Вот такое вот ночью расцвело. Пахнет изумительно. Это маленькая лобивия. И вот он так цветет. Такой вот лобивию отнесены к эхинопсисам. В общем, смешали все в кучку. Хотя лобивии, они очень отличаются от эхинопсисов. И цветочками, и телом. Вот еще одна лобивия. Уже много что перецвело, конечно. И вот Хильдевинтера гибридная мини оранжевым цветочком расцвела. Очень красивая. Что у нас тут? Ой, здесь красота расцвела. Смотрите, какой эхинопсис гибридный. Большие цветы у него. Конечно же, всегда приятно, когда два цветка, три. Вот такое вот тело у этого эхинопсиса. Красивый. Немножечко надо заняться перестановкой в тепличке. Также поспела у нас малина. Эта малина очень вкусная. Такой вот необыкновенный сорт. Здесь вот в полном цвету эпифилум. Очень красивый, большой уже кустик. Тоже вырос у меня из одного листика небольшого. Покажу еще вот такую метаморфозу. Вот маленькая детка. Она довольно небольшого такого размера. У меня на этикетке стоит белый. Белым цветет, потому что я взяла ее от белоцветкового эхинопсиса. Хотела нарастить новое растение. И приехала из отпуска, а он процвел каким-то красным или розовым. Вот мне это удивительно. Также пропала у меня одна мамиллярия. Просто сгнила. Я ее вчера вот так вот вынула из горшочка. Сейчас посмотрю. Стоит тут имя. Немножко здесь. В общем, такая вот. Не знаю. Наверное, я ее попробую обрезать вот здесь вот. Попробую переукоренить. Почему-то пропала. Также я собрала астрофитумов своих. Немножечко семян. Капельку. Но здесь я вижу, еще зреют семена. Вот здесь, по-моему, тут... И здесь я кое-что с чем-то переопыляла по астрофитумам. Здесь вот зреют семяшки. Вот здесь вот. Ну, посмотрим. Все, что перецвело, поотсыхало, надо будет удалить. Так, вот красивая мамиллярия расцвела. Вот такая вот. Ну, сегодня опять будет очень жарко. Сейчас обойду свои растения. Вот растение цвело без меня. Это уже довольно старые экземпляры. А также трихоцериус. Вчера было полное раскрытие. Но сегодня, не знаю, будет что-то. Но все равно он отцвел. Подрост цефалий на мелокактусе. Вот начиная с апреля месяца. Сейчас у нас июнь. И вот он, я заметила, он подрос в высоту немного. Вчера я поставила вентилятор. Конечно, вентилятор очень много дает для теплицы. Сейчас такое жара на улице. И
конечно, хорошо, когда вентилятор работает. Обезьяний хвостик мой. Шикарнейшее создание цветет. И вот-вот-вот будет зацветать цериус. Жду его. К сожалению, цветет только с вечера до утра. И утром уже в 8 часу утра он уже хочет закрываться. Также мы вчера... Вот зацветает Ислая, Неопартерия. Вчера поставили бассейн. Наконец-то будем принимать водные процедуры. Особенно это хорошо для детей. Так, царица ночи. Шикарные 2 бутона. Вот-вот они пойдут в рост и, надеюсь, процветут. Также расцвела ребуция опять. И вот пурпурный какой красавчик. Красивущий, да? Ой, друзья, я в шоке. Только сейчас я заметила одну интересную вещь. Бутон лезет на феррокактусе. Вы представляете? Вот на этом сильно околюченном ферро у меня бутон. Посмотрите, друзья, я вообще... И там не один он, там их несколько. Я не думала, что он у меня зацветет. Но значит, он уже, значит, взрослый экземпляр. Прелесть. Будем растить и будем смотреть. Сейчас еще не так жарко в теплице, поэтому вентилятор я не включаю. Хомоцериус сильвестрии. А здесь у меня аустрокактус. Расцвел. Аустрокактусы люблю. Вот какая прелесть. Ну что еще? Ну много что набирает все еще бутоны. Особенно приятно, когда вот так вот много кучкой бутоны. Немножечко сегодня позанимаюсь своими кактусами. На эхинопсисах гибридных на некоторых завязались плоды. О, вот хорошо, вот на этом завязался. Смотрите. Вот. Поспеют. И тогда у меня будут семена эхинопсисов гибридных. Возможно, кто-то захочет приобрести. А вот этот красавчик, вот этот эхинопсис, помните, кто смотрит мой канал, я его переукореняла. Вот он был такой длинный уже, весь покореженный и некрасивый. И я верхушку переукоренила. Посмотрите, какое красивое теперь тело. Просто шикардос. Ой, друзья, там вверху раскрылся аканта калициум. Там у меня на полочке стоят такие вот мои в лазарете кактусы, которые немножко обгорели или еще там что-то им не хватает. И вот он зацвел. Сейчас пошел уже период отсыхания бутонов. Но это нормально. Особенно эхинопсисы гибридные страдают этим. Любят отсушить бутоны. Так, эхинопсис, который цветет белым, я купила в Хорватии. Он был неправильной формы. И я уже его вчера вот здесь подрезала, подточила под карандаш. И он на просушке. Несмотря на то, что у него бутон... Я уже видела, как он цветет. Белый, красивый. Я его поставила подсушиваться. Потом на грунт и в тенечек. Полутень такую. И буду его укоренять. Также цветут сульки. Сулька рибуции. Красивые. Вайнгартии. Ну, в общем, все это вот цветет. И вот внизу на полочке здесь тоже рябушки цветут мои. Есть довольно очень интересные, красивые экземпляры. В прошлом году я делала видео по пересадке их. Я все пересаживала в новый субстрат. И вот, в принципе, они у меня цветут каждый год хорошо. Я не могу сказать, что, ах, они плохо цветут. Нет, прекрасно. Они дают бутоны.
цветение у них хорошее. Много еще с бутонами, много. Посмотрите, вот здесь вот, допустим, тоже все в бутонах. И это все еще будет цвести. У некоторых ребуции зацветают ранней весной, и все. А у меня они как-то так цветут и цветут. Так, что еще? Ну, в принципе, я показала вам все. Все, бассейн мы поставили. Набираем воду. Возможно, сегодня уже будем плавать. Ну, вот такой вот обзорчик. Эпифилуму я рада своему, что он расцвел. Первый цветочек и у него и такой красивый. Сегодня также произведу чистку своих эпифилумов. Все, что отцвело, удалю. Возможно, даже обрежу, что мешает. Какой-то лист. Посмотрю. Вот здесь еще несколько цветов розовых. Соседи навели вот такую красоту. Павильончик купили. Вообще классненько здесь стало. Озеро. Птички поют на деревьях. Хорошо так вот рядом с нами стала такая красота возле нашего участка. Любим, когда чисто. Раньше у нас здесь все было в зарослях у соседей. А сейчас они молодцы. Красоту навели, отдыхают. В общем, прелесть. Вот здесь мой любимчик. Мой красавчик отдыхает. Самый лучший в мире. Диешка, скажи привет. Ну и закончим наше видео на такой приятной нотке. Вот этот эхиноцериус. Надо, у меня названия нет, но надо посмотреть по интернету. Вот так вот он цветет. Такие нежные лепесточки, да, бело-розоватые, серединка изумрудная. И надо посмотреть, может быть, где найду в интернете, как называется. Вот. И еще вот эта красота. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы со мной. До свидания.